на конкурс «Дети читают стихи». Клименко Матвей, 6 лет. Негосударственное детское образовательное учреждение «Мой ребенок», город-герой Волгоград. Виктор Гончаров, «Возвращение». А все случилось очень просто. Открылась дверь, и мне навстречу девчонка маленького роста. Девчонка остренькие плечи, и котелок упал на камни. 4 с лишним дома не был. А дочка, разведя руками, сказала: «Дядя, нету хлеба». А я схватил ее и к звездам и целовал в кусочки неба. Ведь это я такую создал. 4 с лишним дома не было.